А мы возвращаемся к нашему прямому включению о том, что сейчас происходит на месте происшествия близ Актобе. Готова рассказать моя коллега Наталья Салькова. Наталья, еще раз приветствую. Есть ли какие-то новые подробности у вас? Здравствуйте, Жанна. Сейчас мы находимся примерно в 500 метрах от места происшествия. Здесь работает межведомственная оперативная группа. Ближе, по понятным причинам, никого из СМИ не подпускает. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Саджинжар в Мартукском районе. Это примерно в 30 километрах от областного центра. Сообщение о происшествии поступило на 112, примерно в 11:40. На место выехали 23 сотрудника департамента ПЧС и 5 единиц техники. Спасатели ликвидировали возгорание, так как во время посадки у вертолета загорелись топливные баки. Предварительная причина авиационного инцидента – техническая неисправность. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Известно, что на борту находились 3 члена экипажа, один из них погиб, а 2 доставлены в многопрофильную областную больницу. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Добавлю, что вертолеты Ми-8 находятся на вооружении сил воздушной обороны с момента обретения независимости Казахстана. На данной машине последний капитальный ремонт был выполнен в прошлом году, а экипаж вертолета имеет большой опыт и соответствующую подготовку для выполнения задач в сложных погодных условиях. На этом у меня все. Наталья, большое спасибо. А мы будем ждать от вас других деталей после случившегося. Мы продолжаем.